Всем привет! В этом видео мы построим советский средний танк Т-34. А перед тем, как начать туториал, прямо сейчас поставьте лайк и подпишитесь на канал, если вы еще не подписаны. А сейчас я вам расскажу, что он умеет. У него вращается башня. Он быстрый и маневренный. И, конечно, у него есть хорошее орудие. На нем можно без проблем заехать в тыл к любому сопернику. А сейчас я вам еще немного покажу его способности, а потом будет туториал. Вот все, что нам пригодится для этой постройки. Время туториала. Сначала будем строить корпус. Если вам что-то непонятно, смотрите на эти циферки. Сегодня я решил вам показать, как я строю декор.
Вот и пришло время для первого механизма. Посмотрите сейчас, как я делаю. Я ставлю масштаб на 0.2, задвигаю внутрь, а потом уже делаю. И так получается очень ровно. Башня будет на небольшой возвышенности. Немного поднимаем блок, уровень скрепления ставим на минимальный и здесь уже продолжаем строить. Здесь я прокрутил блок на 15 градусов с одной стороны и на 15 с другой. Добавим немного декора сзади. Про перья тоже забывать не надо. И немножко по бокам. Делаем чуть пониже, чтобы наш человечек смог поместиться корпусе. Начнем строить люк. Нельзя, чтобы что-то могло касаться сервопривода.
Время настраивать сервопривод. Крутящий момент на максимальный угол наклона 90 градусов и ставим обратный поворот. У него и палка, включаем прозрачность на 100% и отключаем коллизию. Еще у нас есть декор рядом с башней. У него нужно отключить коллизию, чтобы башня могла правильно вращаться. Как и в прошлом танке, в качестве колес будем использовать кнопки. Для гусениц я буду использовать блоки ткани, но если хотите, можете использовать другие. Сейчас я вам покажу крутой лайфхак. Нужно включить совпадающее вращение. Потом рядом с нужным блоком ставим блок, задвигаем этот внутрь и делаем таким же, как и тот. И вот таким вот образом можно очень быстро построить такие же гусеницы. Теперь раскрашиваем танк. Привязываем пушку на клавишу F. Колесо привязано на клавиши Q, E. Обязательно у колеса включаем крутящийся момент на максимальный и скорость на единичку. Включаем совпадающее вращение и ставим где-нибудь кнопку. Ее нужно привязать к сервоприводу. Под колесом ставим блок и протягиваем его вниз, чтобы у нас закрепилась башня. Ставим мотор, включаем у него прозрачность на 100%, отключаем коллизию и нужно его сейчас привязать к креслу. Сохраняем и делаем проверку. У нас работает люк. У кресла нужно отключить коллизию. Мы можем закрыть люк, ехать вправо, влево, вперед, назад, вращать башню и стрелять из пушки. Туториал кончается, видео тоже. Надеюсь, это видео вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем пока!